В финал конкурса «Ученик года» вышли 3 школьницы. Я хочу пожелать всем участникам, всем болельщикам, во-первых, в преддверии Олимпиады, всем здоровья, силы и бодрости духа, здоровой конкуренции и, конечно, удачи. Каждая из претенденток на победу показала своим соперницам мастер-класс. Так Валерия Ерышева из педагогического лицея за несколько минут преподала девушкам урок УШУ. 2 другие конкурсантки, Екатерина Бянкина из 16-й школы и Виктория Дзюбина из 19-й, выступали в роли учителей танца. Показали девушки свои знания и в искусстве ведения дискуссии на тему «Год культуры, год человека труда». В итоге большее количество баллов и звания «Ученик года 2014» досталось Валерии Ерышевой. Мне кажется, ученик года – это прежде всего человек, который достоин вести за собой людей, который может сплотить коллектив и показать на то, что он способен. Победительницы и всем финалисткам вручили денежные премии и подарки. Татьяна Лисеева, Виталий Немов, новости Димитровграда.